45 миллионов рублей в пожарную безопасность. За счет федерального бюджета ульяновские лесничества продолжают обновлять парк специальной техники. Среди недавних поступлений 5 малых лесопатрульных комплексов и пожарная автоцистерна на базе КАМАЗ. Последняя уникальна для региона. На борт она может взять до 9 кубометров воды. Эта машина хорошо будет использоваться у нас при тушении крупных лесных пожаров, так как на такие пожары необходимо большое количество воды. Также здесь применяются и все наши смачиватели, и это пенообразователи. То есть это позволяет объем воды еще в разы увеличить. Машину направят в пожарно-химическую часть Инзенского района. Местное лесничество по площади занимает второе место в регионе. Именно здесь, наравне с Ульяновским и Барыжским лесничествами, зафиксировали максимальное количество лесных пожаров в этом году. Пожароопасный сезон у нас начался 15 апреля. Проходил он довольно-таки сложно. В текущем году мы ликвидировали 87 лесных пожаров на общей площади 628 гектар. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в этом году нам удалось значительно снизить как и количество лесных пожаров, так и их площадь. До конца года автопарк пополнит еще 8 специальных машин. Это лесопожарные тракторы, автомобили для патрулирования и тягач для крупногабаритной техники. В комплекте еще и навесное и прицепное оборудование. Финансировать регион в рамках национального проекта продолжат и в последующие 2 года. Из федеральной казны предполагают направить еще 50 миллионов рублей, что позволит обновить автопарк специальной техники почти на 90%.